Как мы уже сообщали в наших выпусках, в Гатчинском районе Ленинградской области открыли памятник нашему соотечественнику, погибшему герою Российской Федерации, генерал-майору Канамату Баташеву. Монумент установили на аэродроме Сейворицы. О значимости события Альбина Ламкова. Небо любит пытливых и сильных, ну и, конечно же, смелых. Именно такими качествами обладал генерал-майор Канамат Баташев. Он отдал свою жизнь защите Родины. Военный летчик, снайпер Канамат Баташев был удостоен многих государственных наград. Высшее звание Герой России он получил в начале этого лета, но, к сожалению, посмертно, защищая солдат во время специальной военной операции. На аэродроме Сейворицы для увековечения его имени открыли памятник. Отдать дань уважения и почета великому земляку – приехали и представители власти Карачаева-Черкесии. В приветственном адресе от главы республики Рашида Тимрезова было отмечено, пока среди нас такие бойцы, как он, победа будет за нами. Канамат Баташев был прекрасным командиром, высококлассным летчиком, чьим призванием было небо. Имея за плечами огромный опыт и уже находясь на заслуженном отдыхе, Канамат Хусеевич не смог остаться в стороне и по зову сердца принял решение бороться с нацистами. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая интересы России и своего народа, который всегда будет хранить память о своих героях. С вашего разрешения несколько слов скажу от себя. Своими делами, поступками, своей жизнью Канамат Хусеевич показал пример подлинного служения Родине. Его героизм, доблесть и мужество показывает пример воли и отваги народа России. Канамат Баташев много вложил в развитие авиационного движения. Он с 2018 года работал заместителем председателя ДОСАВ России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по авиации. Именно поэтому памятник был открыт на аэродроме в Гатчинском районе. А еще его имя было присвоено аэроклубу «Сейворицы». Он всегда был гордостью для нас, всегда гордились им. Их два брата военных, Канамат старший, Мурадин, второй тоже военный, оба закончили Академию Генштаба. А так они были всегда примером. Всегда нам ставили в пример, мы ими гордились. И даже сейчас подрастающих внуков, внучатых племянников, ставим пример их. Не только из-за звания, из-за подвига, а всей жизни. Бюст Канамата Баташева был накрыт не покрывалом, а парашютом. После открытия памятника и возложения цветов в честь героя прозвучал раскатистый залп орудия и оглушающий рев двигателей военного самолета, который выпустил в небо ряд тепловых ловушек. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия.